Всем приветики. У меня тут возникла идея такая гениальная. Что если проверить, как вибродинамик будет звучать у нижних соседей? Дело в том, что я живу на первом этаже, и подо мной подвал. И вот, включив его здесь, можно пойти послушать, как он звучит снизу. Вот он сам динамик. Я его закрепил. Получается, у меня тут стол стоит. Под стол я под... перекладину под столом положил динамик. На него теннисный мячик, две книжки и журнал, чтобы подпереть. Ну и, как обычно, через усилитель и плеер запустил. Вот он. Правда, у меня тут грязновато немножко, сори. Так, теперь громкость на плеере. Но я максимум не буду ставить, потому что он тогда начинает сильно вибрировать и трясется вся эта система. И может упасть. Но что-то такое процентов на 75 сделаю. Слышно, что где-то там играет, но просто оно так неудобно расположено, что за чужими дверями мой динамик находится. И не удается под самый к нему самому подойти, но где-то там слышно. Ну, слышно, в общем-то. Лучше всего где-то там. Ну, оно слышно. Я уже с трех разных мест обошел. Слышно, где-то что-то звенит, стучит. И при этом это где-то неполная громкость. Ну, общая громкость неполная. Тоны тоже неполные. Но там чуть-чуть не хватает процентов 10. И басы процентов на 50.
то, что сильно она уже барабанит. Вот как-то так работает. На этом все. Всем покедова.